Больше ничего не найти. Больше ничего. Нужны патроны. Тут больше ничего нет.
Разумеется, некий Кеслер. Знакомое имя. Патроны почти закончились. Вот и все. Занавес, приятель.
Сан-Челлини то и дело всплывало имя Андреас Кеслер. Гениальный конструктор, отец-создатель управляемых ракет, ловелас, алкоголик, убежденный нацист. Кеслер занимался ракетами большой дальности, но УСО полагало, он не решит вопрос радиоуправления. Уничтожение Орхидеи свидетельствует, что мы ошибались. И сильно. Разумеется, Орхидея была легкой мишенью. Но если нацисты создали управляемую ракету большой дальности, это может переломить ход войны в их пользу. Американская разведка, УСС, полагает, что Кеслер в Италии, возможно, под защитой кровавого генерала Гейнца Бема. Я был отправлен в прибрежный городок Бетанти для встречи с нашим связным из УСС. Перед готовящимся вторжением на Сицилию жизненно важно узнать замыслы нацистов. Рыжий лис вызывает на сетку. Рыжий лис вызывает на сетку. Слышу вас, рыжий лис. Американский самолет-разведчик обнаружил вышку ретрансляции на окраине города. Нейтрализуйте связиста до того, как он вызовет подкрепление. Также ликвидируйте снайпера. Конец связи. Вас понял. Конец связи. Лейтенант Карл Фейерберн. Отличная работа в Сан-Челлини, особенно с учетом обстоятельств. Вместе с Орхидеей погибло много храбрецов. Сделаем все, чтобы их жертва была не напрасной. Нужно найти Кеслера. Да, мне говорили, что ты всегда бьешь в точку. Кстати, я Джек Уивер. УСС осознает, что дело не терпит промедлений, Карл, но надо действовать осторожно. Что ты знаешь о Гейнце Беме? Палач Болоньи. Да. Бем — кровавое чудовище, при этом скрытное. Мы так и не знаем, как он выглядит. Зато дела его рук видны повсюду. Похоже, он командует Кеслером. Найдем Бема, найдем Кеслера, ясно? Ваши люди считают, что лучше всего обратиться к силам сопротивления. Учитывая наш прошлый опыт с партизанами, мы... Думаем, что могут быть сложности, но готовы рискнуть еще раз. Мне нужно имя и место. Ими командует некая София Дирокко. Они зовут ее Ангелом. Ты найдешь ее в городе. Хорошо, попытаюсь. Карл, послушай. Нацисты проводят регулярные облавы. Они прочесывают гавань, забирают партизан и... По всей вероятности, уже начались расстрелы. Ты знаешь, где они? Могу только догадываться. У партизан есть штаб. Найдешь его, это поможет делу. Поищу. Карл. Этот город... Пороховая бочка. Нужен только маленький огонек. Thank you.
Попробую отыскать штаб партизан. Кажется, собрал тут все полезное. Где церковь, там и кладбище. Башня ретрансляции. Связист должен быть где-то здесь.
Больше ничего. Штаб должен быть где-то здесь.
Здесь больше нечего искать. Больше ничего не найти. Надо разделать. Конец связи, дружище. Конец связи. Похоже, наш друг ведет дневник. Наверняка полезное чтиво. Вот и все. Наверняка есть средства, чтобы здесь пробраться. Может, у них в штабе? Assicurarci il trionfo della terza rotta.
Это мне очень пригодится. Это точно штаб. Но где же София? Взрыв пакеты. Думаю, мне они понадобятся. В записке Софии говорится, что она отправилась в замок. Кажется, партизанам перекрыли кислород. Кладбище. Тут и пригодится подарок Софии. Теперь точно попаду в ад. Я смотрю, у кого-то есть друзья и под землей.